Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Realme Watch 2 произвести операцию Factory Reset, то есть сброс всех настроек часов до заводских. Для этого их включаем, затем проводим вот так пальчиком снизу вверх, спускаемся в самый низ, переходим в настройки, затем в основные настройки, снова в самый низ и выбираем последнюю опцию Reset. И затем подтверждаем. Ага, ну и они вот у нас ресетятся. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!